В Татарстане стартует акция «Музейная весна», в течение которой многие музеи республики можно будет посещать бесплатно. Первый день пройдет под лозунгом «Я гражданин России». Мин татар баласы. В Татарстане начался сезон активности клещей. По результатам ежегодных наблюдений, сезон присасывания клещей в республике начинается в апреле и заканчивается в октябре. Пик их численности бывает в конце мая и июня. На соревнования по дзюдо в столице Татарстана продано уже около 2000 билетов, что составляет 60% от общего количества билетов. 19 и 20 апреля в рамках второго этапа 8-й республиканской олимпиады юных изобретателей «Кулибины 21 века» на базе IT-лицея КФУ прошли состязания лучших технических умов со всех регионов Республики Татарстан. 22 апреля в Татарстане в рамках 3-й республиканской акции «Музейная весна Татарстана» пройдет всероссийская акция в поддержку чтения «Библия. Ночь-2016». Все желающие смогут принять участие в акции по страницам произведения «Огни и Барто», поучаствовать в экскурсиях по улице Кремлевскую и в научную библиотеку КФУ имени Лобачевского, а также побывать на ярмарке современных изданий и букинистических раритетов на книжном развале. В КФУ прошел научно-образовательный семинар «Решение Эльсевиер для повышения эффективности научной работы». Семинар вел консультант по ключевым информационным решениям компании «Локтев Андрей».